Здравствуйте и привет вам огромный с 18 мая 2022 года. Мы сегодня в GMT. Я решил еще бонусом взять и взять и показать вам, как выглядит проезд к морю Морской, или просто народе улица Морская. Посмотрим. Туда далее у нас находятся пляжики Фей 3, но здесь уже выставляют вовсю навесы. Здесь хотя бы подальше навесы стоят от моря, чем те, которые мы увидели на первом проезде. Там прям было вообще грустненько. Сегодня у нас у моря 17,3. Погода, честно, прям печальная. Ну, не майская, 100%. Мы привыкли к совершенно другим температурам. В прошлом году здесь во время потопления раскапывали этот проход к морю, чтобы выпустить воды. Ну, и дюны немножко, так сказать, пострадали. Здесь практически никогда не сносили проход. Всегда он был высокий. В этом году почистили. Тоже кому-то было нужно. Пляжи готовятся. Мусорки, навесы. Уже лежаки даже подвезли. В общем, все идет к тому, чтобы косить бабло не по-детски. Будем надеяться, что вот таких моментов, как здесь, видите, уничтожились дюны и оголились корни. Вместе с ними уничтожилось огромное количество деревьев и растений. Что будет дальше? Дальше будет деградация пляжей, потому что песок будет пролетать в эту трубу. Эти дюны тоже поулетают, так как деревья их больше держать не будут. В общем, будет грустненько, печальненько. Но надеемся, конечно же, на самый максимально возможный позитив в нашей жизни. Здесь у нас гостиницы, которые встречают. Раньше вот чуть-чуть вверх и переходили туда. Вот я всегда радовался за улицу Морскую, что здесь никогда не чистили песок, и было все всегда очень даже хорошо. Будем надеяться, что вернется все на круги своя. Надежда, как говорится, это все, что есть у нас, друзья. Посмотрим, кстати, какие восстановительные работы произвели здесь для того, чтобы все было хорошо. О! Но здесь уже по-другому сказать не узнать. О, песочек тут грузит. Залили бетончик. Администрация сделала асфальт. И вот видим, что немножко подрасчистили дюны. То есть стало здесь пониже. Никаких водоочистных сооружений перед спуском воды в море реализовано не было. К большому сожалению. На случай ЧП, ЧС прошлого года. Поэтому ничем похвалиться не могу. Ну так, в принципе, все восстанавливается. Все вроде бы симпатично выглядит. Пишите, как вам. Может быть, вы где-то отдыхали, где-то здесь что-то бывали, жили в каких-то из этих гостевых домов, ели в каких-то местах. Потом, пожалуйста, сели, поели. Я могу тут одно место рекомендовать. Я в нем бывал. Вкусное что-то ел. Веселый Рапан. Название веселого дома. Классно придумано. Веселый Рапан. Веселая ракушка. Здесь рапанчик вроде бы. И вредитель наш местной фауны. Ну, вроде в том же время и симпатично звучит. Черноморская тема, потому что рапаны все, у кого бывали, у нас имеются. Ух, идет реконструкция. Когда запуск, ребята? Ну, как люди будут. Как люди будут. Когда у вас люди будут? Дай бог, ждем очень. Тут кафе тоже ребята готовят к запуску его уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда открытие? 1 планируем. 1 июня, да? Дай бог, что получилось. Нет, видео снимаю. И это улица Виноградная у нас. А? Да, скорее всего. Люди готовятся, в общем, к открытию в полной мере. Здесь я хочу сказать, что улицу переработали. Посмотрим, как будет. Кстати, вот здесь на углу были самые хорошие фрукты, овощи. Честно, и ценник такой приятный, и люди всегда очень общительные. Здесь я смотрю, что проход вроде бы открыли. Будет обидно, если мы сейчас дойдем до конца, там будет забор, придется лезть через них. И готовиться тоже к новому сезону. Вот новые вывески, суши фастфуд. Пиво, бак, коктейли. В общем, не хватает только отдыхающих. Как только приедете, так сразу все заработает и будет в полной мере функционировать. Он тоже новое оборудование, смотрю, ребята позавозили. То есть все готово для того, чтобы запуститься и работать. Ну, не все, ладно.
кто-то готовится, а кто-то еще нет. Кто-то ждет все-таки, приедут отдыхающие или нет. Столовая Grand Sea, мы в прошлом году здесь ели вкусные хачапури по-аджарски. И очень, наверное, нечего отсюда похвастаться. А, нет, в столовом мы еще кушали, это тоже было неплохо. Все, вспомнил. Пожалуйста, сдается еще один объект. То есть, прикиньте, для меня это прям удивительно, что уже 18 мая, а у нас еще очень много объектов под сдачу. Как минимум, я видел даже целую столовую. Здесь я увидел, что готова сдача. Тоже торговая точка. Вот вам, пожалуйста, сдаю жилье. Сдаем жилье на длительный срок. Вот так вот. Ребята готовы работать. Здесь тоже готовится к запуску столовая. Обрабатывается дерево. В общем, на сезон хотят запускаться, но пока погода не дает. А мы надеемся, верим в чудеса, что все-таки сезон будет. Придет лето, жара, люди приедут. В общем, очень хочется этого. Ну, будем, по крайней мере, знать, что через Уральские самоцветы и улицу Морскую проход открыт полностью, что можно уже прогуляться. Пока, правда, еще ни одно заведение здесь не функционирует, но все готовятся открываться. И первая столовая уже заработает 1 числа. Я прям забыл название столовой, но я думаю, это мелочи жизни. Мы еще здесь прогуляемся с вами и все увидим и узнаем, что, как, где, почем. Сейчас вот так вот. Улица Морская, Уральский самоцвет. Мы дошли до Пионерского проспекта, и у меня еще есть заряд на батарейке. Я думаю, что в это видео мы сейчас засунем и покажу вам, что еще работает. Что эти торговые точки открываются. Я, в принципе, ехал, там видел, что движуха кое-какая есть. Сейчас перейду в том месте, чтобы просто по кустам не водить. Скамеечки, сосенки, красота. Итак, Пионерский проспект в районе Гулливера. Товары уже открылись для курортного ассортимента. Машинки продаются. Ну и тут прям жизнь закипела. Очень отлично. Работа кипит. Магнит, то есть 1800 свитов. Интересно, конечно, сколько в этом году будет стоить все и какие ценники будут. Прям даже интересно, как всегда, первым запускается он заведение на GMT. Уже приведут общие ценники. Интересно. Здравствуйте. Когда? У вас что-то не было. Да болею, блин, что-то вообще не могу. Ангина. Где у вас актуальные цены посмотреть? Вот это у нас нормально, да? Что, почему? Что, сильно подорожало, нет, если нет, так? Нет, мы работаем по прошлому году. То есть вообще все цены прошлогодние? Практически. Свинина 6, 10 рублей, отлично. Как минимум не сочинские. У нас даже в Анапе в многих местах по 180. Ну, хорошего работы, еще увидимся. До встречи. До встречи. Так. Видите, он, пожалуйста, уже качает кафе. Можно всегда прийти отдохнуть. Здесь еще и на соседи. Здесь чинно шея по 100 рублей. Прям в соседнем заведении. Сувенирные точки. Вот, прям вообще очень много сувениров. Так что GMT уже почти кипит. Ждет вас, друзья. Улица Морская, частично GMT. Уже вовсю готовы встречать своих друзей. Точнее, вас, отдыхающих. Вот, кстати, требуется администратор, горничная, гостиница. Вход только в каске. Такое тоже у нас есть. Ну, вот пока и все. Ну и с той стороны еще там несколько магазинов. Мы это видели в другом видео. Обзор на GMT. В общем, друзья, всем пока-пока. С вами был Юрий Заровский. Хорошего настроения, побольше позитивных эмоций. Спасибо за просмотр, комментарии. Надеюсь, что информация была для вас полезна.